Справедливый Мордехай. Азербайджанская притча. Читает Павел Беседин. Было у одного бедняка трое детей. Один другого меньше. А в доме ничего не было. Однажды, когда у бедняка оставалось лишь немного отрубей, он сказал жене: «Я пойду на заработки, останусь живым, вернусь и обниму своих детей. А если погибну, значит, такова судьба. А ты испеки из отрубей лепешки и накорми детей». Напекла жена лепешек из отрубей, часть дала мужу в дорогу, часть оставила детям. Обнял бедняк жену, поцеловал детей и ушел из дома. Вскоре он уже шагал по дорогам к Дербенту. Бедняк был одет в рваный халат, шел без шапки и босиком. Одни стояли холодные, как в месяц Шавада. Долго ли шел бедняк или недолго, но вот добрался он до Дербентской крепости. Толкнулся бедняк в чугунные ворота. Они смерзлись и не открываются. Тогда бедняк пошел вниз, к кварталам. В то время жил в Дербенте один богач, бек Абдулла. И бедняк оказался возле его дома. Смотрит бедняк, сидит на балконе Абдулла со своей женой. Перед ними стоят бутылки араги и вин, а из бараньего плова пар так и валит, так и валит. Ну, что вам говорить? Все, что нужно было хозяину, все выложили слуги на стол. Смотрит бедняк на все это и слюни глотает. Очень ему захотелось есть. Достал он свою лепешку из отрубей и начал жевать, да с таким удовольствием, будто он не лепешку ест, а фады со стола Абдуллы. И надо ж такому случиться, взглянул Абдулла и увидел бедняка. Подозвал бег свою жену и говорит ей: «Видишь этого боссового человека? Если захочу, убью его. Этих оборванцев следует опасаться». И Абдулла приказал слугам привести бедняка в дом. Сказано, сделано. Привели бедняка к беку Абдулле. «Почему ты в такой мороз ходишь босиком?» – спрашивает бек. «Ой, у меня дома трое малышей, сидят голодные и холодные, а я вышел, чтобы у таких, как ты, почтеннейший, просить помощи», – отвечает бедняк и кланяется Абдулле. «Прошу, только не подходи ко мне близко. От тебя нечистым пахнет», — говорит бек. «Я могу тебе кое-что предложить. Ты пойдешь к морю и войдешь в воду по самое горло. Если до утра сможешь пробыть в воде и останешься живым, я дам тебе 100 туманов. Если же умрешь, значит умрешь. Согласен или нет?» Думал, думал бедняк. Да, и согласился. «Ладно, — говорит, — я согласен, но давай заключим договор. Если я останусь живым, ты дашь мне 100 туманов». Написали они договор, скрепили подписями и на том разошлись. И вот слуги бека повели бедняка к морю. Мороз лютый! Ноги к снегу прилипают, а бедняк идет босиком и без шапки. Идет и думает: «А может быть, и выживу. Возьму тогда эти 100 туманов, пойду домой и детям всего накуплю». Наконец дошли они до берега, и слуги Абдуллы говорят бедняку: «Полезай в воду». Бедняк разделся и по самое горло вошел в воду, а слуги бека бегают по берегу, толкают друг друга, чтобы согреться. Абдулла запретил им разводить костер, а вдруг бедняк в море согреется от него. Потом слуги начали пить араги, но и это не помогало. Но если и они мерзли, то каково же было в это время нашему бедняку в ледяной воде? Прыгал он с ноги на ногу, тер себя тело и приговаривал: «Ахош, ахош». Медленно тянулось для него время. К рассвету бедняк до того закоченел, что хоть душу Богу отдавай.
Неподалеку от того места жил хозяин рыбного промысла. Утром, еще затемно, его жена встала и зажгла у себя в доме керосиновую лампу. Их дом был виден с моря, и бедняк заметил полоску света в окне. Протянул бедняк ладони к лучу и воскликнул: «Ахош, огонь!» Увидели это слуги Бека и спрашивают: «Что ты делаешь?» А бедняк отвечает: «Греюсь!» Хотели слуги посмеяться над глупостью бедняка, но не смогли. Мороз сковал им губы. Тем временем стало светать. Обрадовался бедняк и спрашивает слуг: «Можно выходить?» Те говорят: «Нет, побудь еще немножко. Когда совсем рассветет, тогда и выйдешь. А то Бек разгневается». Наконец стало совсем светло, и слуги разрешили бедняку выйти на берег. Вышел бедняк из воды, и тут же тело его покрылось льдом. Тогда он накинул свой рваный халат и помчался к дому Бека Абдулы. Постучался бедняк в окно и ждет. Абдула в это время завтракал. Услышал он стук, подозвал к себе слугу и говорит: «Пойди посмотри, кто там. Если одет хорошо, впускай. Если же оборванец, гони прочь». Сказано, сделано. Вышел слуга к воротам и спрашивает: «Кто там?» «Я тот самый бедняк, которого Бек послал на всю ночь в море. Я пробовал в воде до утра, а теперь пришел получить с Бека 100 туманов. Слуга доложил об этом Абдуле. «И как он только выжил в такой мороз!» – воскликнул Абдула. «Но договор есть договор. И Беку нужно было отдать 100 туманов. Только Бек Абдула был очень жаден и не хотел расставаться с деньгами. «Я этого бедняка скорее убью, чем отдам ему 100 туманов», – сказал он своей жене. Потом позвал бедняка и говорит ему: «Никогда не поверю, чтобы человек, такой вот самый мороз лютый, мог целую ночь пробыть в воде. Признавайся, как удалось тебе обмануть моих слуг? Если не расскажешь правду, голову тебе, сам знаешь, отрублю». Бедняк воскликнул: «Позови своих слуг, спроси у них. Они же глаз с меня не спускали». Позвал Бек Абдулла своих слуг и спрашивает: «Как он выжил? Рассказывайте, обманул он вас?» Слуги рассказывали Беку все, как было, но тот кричит: «Он вас обманул?» Тогда один из слуг сказал: «Уже под утро в окне дома Жавадава зажгли лампу, и свет от нее доходил до моря. И я видел, как бедняк протягивал руки к свету и приговаривал: «Ахош, огонь!» Но из воды он не выходил. Этого наши глаза не видели». И другой слуга сказал: «Да-да, и это я тоже видел». Тогда Бек Абдулла закричал на бедняка: «Значит, огнем грелся? А еще денег хочешь? Ах ты, негодяй такой! Вон отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели, обманщик! А не то я тебе голову отрублю». Что оставалось делать бедняку? Он ушел. Ведь ни договор, ни Бог ничего не значит для беков. Власть в их руках. А удел бедняков – терпеть да молчать. Из дома Абдулы бедняк пошел к градоначальнику. Тот выслушал бедняка и говорит: «Конечно, Абдулла прав. Ведь вы же договаривались, что ты ничем не будешь греться. А ты обманул его и грелся огнем от лампы. Ничем не могу тебе помочь». Бедняк стал было доказывать свою правоту, но градоначальник вышвырнул его за дверь. Пошел бедняк вниз к Тасскому кварталу. И по пути ему встретился сам Мордехай Авшалун. Этого человека все боялись. И беки, и богачи, и даже сам градоначальник. Не было человека, который бы осмелился вступить с ним в спор. Зато сам он никого не боялся. И еще надо сказать, что Мордехай был всегда и во всем справедлив. И теперь, увидев разутого бедняка, Мордехай Авшалум спросил: «Что с тобой? На тебе лица нет, будто ты из могилы вышел». И бедняк рассказал все, как было. Мордехай Авшалум пригласил его к себе домой и велел жене напоить гостя крепким чаем. Выпил бедняк чаю и согрелся, а Мордехай предложил гостю искупаться
и побыть у него. Тем временем он послал ребятишек с записками к Беку Абдулле и градоначальнику. А в записках было сказано: «Очень прошу пожаловать ко мне в гости. Есть дело. Не придете, обижусь». Градоначальник и Бек Абдулла прочли записки и собрались ехать к Мардохай Авшалуму. Пока они ехали, Мардохай дал бедняку переодеться и посадил к горячему очагу. Наконец приглашенные приехали. «Какое у тебя опять дело? Говори!» Еще с порога кричит градоначальник. «Сначала садись, я угощу вас пловом», отвечает Мардохай Авшалум. Градоначальник и Бек Абдулла сели и ждут. Хозяин молчит, молчат и гости. Час молчали они, два молчали, три молчали. Подошел вечер, наступило время ужинать, а Мардохай Авшалум все молчит. Проголодавшиеся гости спрашивают: «Где же твой плов? Не сварился, что ли?» Мардохай Авшалум отвечает: «Пусть Бек Абдулла пройдет в ту комнату и посмотрит, не сварился ли плов». Прошел Бек Абдулла в другую комнату и видит, в очаге вместо дров стоит горящая керосиновая лампа, а горшок с рисом оставлен в угол комнаты. Бек Абдулла удивился и говорит: «Балах, Мардохай, горшок с рисом в углу стоит, а в очаге вместо дров лампа?» Мардохай Авшалум молчит, ничего не отвечает. Не выдержал градоначальник тоже и тоже подошел посмотреть, не сварился ли плов. Смотрит и видит: в самом деле вместо дров горит керосиновая лампа, а горшок с рисом стоит в дальнем углу комнаты. «Если так плов варить, он до нашей смерти не сварится», — воскликнул градоначальник. А Мардохай Авшалум и говорит: «Мне кажется, он и после вашей смерти не сварится. Правда в твоих словах, Мардохай?» «Правда», — говорит градоначальник. И Бек Абдулла подтвердил. Вот тут-то Мардохай Авшалум и говорит им: «Но если плов не сварится от лампы в углу, то как же бедняк в море мог согреться от лампы на море?» Бек Абдулла и градоначальник молчали. Что они могли сказать? Конечно, будь на месте Мардохая Авшалума кто другой, они бы нашли ответ. «Отвечайте», — говорит Мардохай Авшалум. И пришлось Беку Абдулле, градоначальнику, согласиться с тем, что бедняк не мог согреться от лампы. Тогда Мардохай Авшалум сказал: «Пусть Бек Абдулла, согласно договору, отдаст бедняку 100 туманов, да еще столько же штрафа за нечестность». Абдулла стал было возражать, но Мардохай Авшалум пригрозил ему: «Скажешь нет — пеняй на себя». Очень не хотелось Беку Абдулле отдавать бедняку 200 туманов, но отдать все же пришлось. Знал жадный Бек, что Мардохай Авшалум не потерпит несправедливости. Так бедняк получил деньги, поблагодарил справедливого Мардохая и поспешил к себе в аул. А жадный Бек Абдулла и его покровитель, градоначальник, тоже пошли по домам, злясь и проклиная Мардохай Авшалума. Пусть же все проклятия, которые они слали на его голову, падут на них и на наших врагов, а добрые пожелания пусть достанутся Мардохай Авшалуму и нам, дорогие друзья».